Как зовут тебя? Валерия. Валерия, 6 вопросов по музыке. Отвечаешь, даю деньги. Не отвечаешь, куда ты шла? Гулять. Пойдешь гулять. А дальше пробный вопрос, очень легкий. Сколько нот в нотной грамоте? 8, наверное. Честно, я не музыкант, не знаю. Хорошо, ты нам подходишь. Так, первый вопрос. А на гитаре играет гитарист. Кто играет на фортепиано? Музыкант. Фортепианщик. Твой окончательный ответ? Ну да. Хорошо. Следующий вопрос. Как называется низкий мужской голос? Низкий мужской голос? Без понятия. Ну, когда он кричит. Что это? Бас. Это ответ? Да. Хорошо. Следующий вопрос. Кто написал балет «Щелкунчик»? Известный произведение такое-то. Сейчас. Ильич, кто может быть? Чайковский. Ты знала? Угадала. Хорошо. Следующий вопрос. С помощью каких знаков изображаются музыкальные звуки? С помощью каких нот? С помощью каких знаков изображаются... звуки. Ноты. Откуда ты это знаешь? Угадала? Нет. Все? Все угадываю. Хорошо. Сложный. Самый сложный, наверное, вопрос, но и легкий. Одновременно. Какая звезда 80-х признана книгой рекорда Гиннесса самой продаваемой певицей всех времен? Можно еще раз вопрос? Здесь покороче. Давай. Типа, есть певица знаменитая 80-х годов, которую знали все, и ты ее знаешь, и все знают ее. Она была самой популярной. Самой. И сейчас таких просто нет. Алла Пугачева? Какая еще может быть певица? Только она? Ну нет, наверное. Еще много певиц есть знаменитых. Ну давай свой ответ. Ну давай Пугачева, вот так и будет. Хорошо, пускай она будет. Так, как называется хоровое пение без сопровождения? Ну, вопрос ты понимаешь. Да, я поняла вопрос. Просто я не знаю на этот вопрос вообще ответа. Без сопровождения... Ака. Ака? АКП? Акапелла. Теперь ты знаешь? Теперь да. Немножко больше. Как думаешь, сколько вопросов подзавалило? Думаю, что штуки 3-4. Ну, хорошо, пускай будет так. Ладно, задаем вопросы для TikTok. Отвечаешь, даем шоколадку. При какой температуре закипает вода? При 100 градусов. Матерь Божья, откуда ты знаешь? Физика. Это физика? Да. Хорошо, 5 класс? Ну, наверное. Хорошо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Так, какой есть спутник на нашей планете? Спутник Луна. И только? Ну вот, да. Хорошо, пускай будет так. Летит сорока, а за ней 40. Сколько сорок летит? 40. Летит сорока, а за ней 40. Сколько сорок летит? 41. Все так легко. Угу. Это была загадка. 40 это был мальчик. А. Значит, сколько их? Иди. Хорошо. Хорошо, сколько букв А в слове воробей? Ни одной. Уверена? Да. Воробей. Воробей. Все через О? Да. Ну, хорошо. Я засчитываю. Как? Ну, воробей. Ну, все правильно. А. Хорошо. Как расшифровывается СССР? Союз... Что? А, тебе там подсказывали все время. Нет. Давай, как расшифровывается СССР? Ладно, а не знаешь? Нет, я знаю. Союз Соединенных... Республик.
всегда. Одну S ты потеряла. Ладно, хорошо. Играем так. Если знаешь, отвечаешь. Если не знаешь, говоришь, я не знаю. Можешь говорить, отвали. Да, тоже подходит. Столица Украины. Беларусь. Столица Румынии. Румыния. Не знаю. Столица Грузии. Не знаю. Да, столица... столица Греции. Столица Канады. Не знаю. Столица Мексики. Не знаю. Столица Ливии. Тоже. Давай, что ты знаешь? Какую столицу? Турции знаешь? Австралии? Нет. Давай, столица России. Москва. И здесь легко. Просто на хорошей ноте надо закончить. Так, у детей 270 костей, у взрослого человека 206. Куда деваются 64 кости у ребенка? Без понятия. Ну, ты родилась. У тебя было побольше костей. А, ну, молочные зубы, они выпадают и... Ну, 32, хорошо. А еще 32. Без понятия. Они срастаются. А, они срастаются. Спасибо. Теперь буду знать. Хорошо, загадка. Загадка легкая. Не оближешь, не встанет. Не встанет, не влезет. Что это? Иголка в нитку. Слава богу, что ты так подумала. Так, в чем ты разбираешься? Любой свой предмет любимый. Я не знаю. Ну, я вообще подрабатываю в РСО проводником, как бы, летом. Можно какой-нибудь вопрос оттуда? Ну, я это... Никто там просто знать не будет из подписчиков моих. А так, я тоже железнодорожник. Ладно, сколько законов Ньютона? Сколько законов Ньютона? 12. 12. Держи шоколадку. Спасибо. Что скажешь? Я позарилась. Нет. Потому что подписчики хорошие, и тебе подскажут в комментариях что-нибудь. Вот, подписывайся на канал, ставьте лайкос, и мы с вами прощаемся. Пока.